14 декабря в администрации района состоялась еженедельная расширенная планерка под руководством главы муниципального образования Кашхабльский район Заура Хамирзова. В совещании приняли участие председатель районного совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, начальники отделов и структурных подразделений районной администрации, главы сельских поселений. В ходе совещания были представлены отчеты о деятельности структур и рассмотрены текущие вопросы в сфере экономики, финансов, здравоохранения, образования и других отраслей. Началась планерка с оперативной сводки по эпидемиологической ситуации в районе. В своих докладах исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГОИЧС администрации района Руслан Тхагов и ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора Василий Слюнков отметили, что ситуация на сегодняшний день стабильная. Наблюдается небольшое снижение темпов роста заболеваемости. Мероприятия по недопущению распространения коронавируса, в том числе по иммунизации населения в рамках прививочной кампании против сезонного гриппа, работу мобильных групп необходимо продолжить также активно и в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными структурами, отметил глава администрации. По информации начальника управления образования Асиат Берзеговой, в рамках исполнения решения Республиканского оперативного штаба во избежание ухудшения эпидобстановки учащиеся с 5 по 8 и 10 классов переведены на дистанционное обучение. С докладами по своим направлениям деятельности выступили заместители главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов, начальник управления финансов Аслан Дагужеев. Подводя итоги совещания, глава администрации дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на совместную плодотворную работу, взаимодействие при решении поставленных задач. В связи с приближающимися новогодними праздниками Заур Хамирзов дал поручение главам поселений в ближайшее время установить праздничные елки в каждом поселении и начать работу над проведением акции «Новогодний подарок детям».